Директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом сообщил пресс-секретарь одноименного департамента на своей странице в социальной сети. Анатолий Гусев зарекомендовал себя как профессиональный и компетентный специалист. Под его начало в Нижнем Новгороде введена в работу система СКОП для льготных категорий граждан. Ведется разработка комплексной транспортной схемы, сохраняется работа общественного транспорта, открываются проекты по созданию парковочного пространства и многое другое. Также Анатолий Гусев вел открытую и честную информационную политику, которая была доступна общественности, говорится в сообщении. Анатолий Гусев родился 2 октября 1962 года. В 80-м году окончил Горьковское высшее военное училище тыла, специализация эксплуатации техники продовольственной службы, квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, военный инженер-механик. С 1980 по 2001 год он служил в вооруженных силах, с 2001 по 2013 работал в различных коммерческих структурах, с 2013 по 2014 работал в отделе автотранспорта Департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, а с 2014 года занимал пост директора Департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.